Ага, и разъехались. Таз у нас ровный по центру. Давайте, давайте. Не заваливаемся ни вперед, ни назад. Четко по центру прожимаем прям пах в пол. Ничего не поняла? А, не, поняла. Не, давай, вставай на локти и уйди вперед. Еще. Давай, садись. Больно на полу. Ну давай, лягушку. Развивай, держи. И вот сюда. А, нет, вперед. Еще. Да, а можно вот помочь тоже, вот, Ксения, да. Анатольевна? Вот, Максимовна. Оп, да, все здесь. Все? Все, сидим. Ну, блядь, надо реально завтра. Давай. Прикиньте, она ровно, потому что у меня мама умерла. Это нормально? Это нормально. Колени. Давай, блядь, разъезжаемся, смотри, уплывай. Ай, разъезжаемся, чё мы... Ай, медленно, да я шучу, я даже не съела. Лимона, нахуй! Аплодисменты Карине. А всё, ебать, мать, правда. Хорошо. Так. Дальше. Видала, это всё 10 минут. Да, я так умею. Можно просто постоять. Да, блин, Ксюша, это каждый день по утрам делаю. Чтобы спина не болела. Так да. Повторяй пару раз в день, и у тебя спина не будет болеть. Погнали. Я могу только просто не раз гон. На коленке. Да, минус брекеты, давай. О, кстати, нормально. Отпусти, блядь. Отпусти. Броня, Катя в роли стены. Карина в роли стойки. Нет, ну сейчас реально что-то надо. Не надо что-то. Да? Чё, Инь? Прямая лежит на полу. Ты ничего не свапнул? Посмотрите на камеру, ребят. А, все нормально. Офнул. Дай-ка я поснимаю, потому что офнул. О, нормально! Чё? Вы гордитесь мною? Ай-яй-яй! Ой, уже перебор. Нормально, нормально, да. Хорошо. Работаем, Кать. Сейчас, нет, нормально. Такой супер, что нахуй. И другого нужно. Другого. А чё вы ржёте? С кадром. А что там? Кать, вообще охуенно получилось. Чуть сюда. Не надо! Нет, вернись на локти. Чатик, растяжка, нет, вернись. Еще чуть вперед. Не подходи, я брат. Нет, ты не туда. Два, три и фо. Пять, шесть, семь. Синечку лечь, потому что мы сейчас будем делать махи. Ой. Махи, вот, смотрите, легли на бок, на левый, например, правую ручку, сейчас я... Угу. Алиса, чуть громче. И делаем мах. Правой ножкой. Не, прямо вот так ляг. Эпично, эпично. Марин, ляг вот так, как она. Да-да-да, вот все... Ляг так, Ксюша. Она туда просто голову сейчас засунет, сейчас делаю вот так, вот отшумкует. Я сейчас все это... Давай! Колено, поехали. Давай. Опа, села! Вперед! Колено прямое спереди. Ой, всегда. Подожди. Заднее может быть согнутое. Вот так, что ли? Нет, ну ты встань и проезжай вперед с прямого колена. Выпрямись. Руки с двух сторон. На пол. И все, едь. А куда ехать? Этот горит стоит. Все, вот. И прожимаешь. Коленку-то выпрямишь, что за согнутое? А куда мне выпрямить? Да она же богата. Ой. Вот, из прямого колена уйдешь. Ай-яй-яй-яй. Я так не хочу. А, все. Какое стоп-слово? Колено. Нет, ну не настолько. Колено. Саш, ты что-то разошелся? Да мне кажется, так не по кайфу. Саш, там походу уже это. Молодец. Хорошо. Карина. Снимаю. Колено. Ай-яй-яй-яй-яй. Я так не хочу. А, все. Какое
ладно, где ты садилась? Давай левую тебе вперед. Так же, теперь правое колено мне ставишь. Нет, давай на правую ножку. Я сказал, за салфетками сгоняю, приду. Ты что, салфетку-то не забыл? Выше. Раз. Ай, блядь. Выучили? Завалилась нахуй, вареник. Давайте дальше учить. Да. Вот мы сели. Пам, пам, пам. И раз, ой, два, бля. Три, четыре. То есть мы когда проезжаем, идем раз, пам, пум. Поняли? Вот отсюда вниз акцент. Шире? Прожимай нож себя в пол. Сильно-сильно. С той стороны снимался. Давайте. Ну там пиздец просто. Нормально растяжка. А ну раз уже похуй. Раз. Ну подождите, куда? Что, тут растяжка. Чё ты, это просто растяжка. Саша так снимает. Саша! Давай, вставай. Вставай. Ноги шире и прожимайте плечи.